день, дорогие друзья! Сегодня наш концерт – это путешествие по музыкальным жанрам в разных стилях академической и джазовой музыки. Вы услышите инвенцию Иоганна Себастьяна Баха в стиле барокко и инвенцию Манфреда Шмидца в джазовой интерпретации. Вокальный жанр арию на рояле бельгийского композитора Лойе. Благородный танец минуэт Генделя. Эпоха романтизма будет воссоздана в музыке ноктюрна, ночной песни и мечтательного вальса польского композитора-аристократа Фредерика Шопена. Поистине певца рояля. Удивительными красками в разных исполнительских техниках вашему вниманию предстанет этюдный жанр 20 века. Концертный этюд советского композитора Самуила Майкопара и джазовые этюды нашего соотечественника Данила Крамера и немецкого композитора Манфреда Шмидца, создавшего школу джазовой импровизации на рояле. Жанр прелюдии, импровизационный по сути, будет представлен джазовой прелюдией замечательного джазового композитора современного Узбекистана Валерия Сапарова. Прозвучит музыка из трех кинофильмов, а завершит наше путешествие по жанрам и стилям музыка, которую нам подарил великолепный джаз. Блюзы, созданные нашим блистательным земляком Григорием Паином. Блюзы Юрия Маркина, воспитавшего целую плеяду отечественных джазменов. Буги-вуги талантливого молодого музыканта, ставшего уже известным саксофониста Артема Жулина. Из стилистики латино блеснет зажигательная самба Анатолия Лысака и многоликая, тонкая ереванская самба Вилли Вальдера, переложенная для рояля с партитурой эстрадно-джазового оркестра. Композиция «Рок» на клавесине Виталия Баркова проведет вас по лабиринтам синтеза джаза и рок-музыки. Тема популярной песни Майкла Джексона «Бэт», ставшая уже джазовым стандартом, и темой для импровизации. А поведет нас в это путешествие Юлиана Яшина. Добрый день, уважаемые слушатели! Ну что, отправляемся в путешествие? Бах, инвенция ре минор. Шмидц, джазовая инвенция. Исполняет Макухина Анна, студентка первого курса кафедры музыкальное искусство и эстрады. Встречайте. Thank you.
Исполняет Папировская Екатерина, 3-й класс детской школы искусств СГИК. Thank you.
прошел эволюцию от музыки для инструктивного назначения до высокохудожественных образцов концертного репертуара. Сейчас вы услышите концертные этюды академической и джазовой направленности. Майкопар, этюд «Бурный поток». Исполняет Сидишова Диана, студентка первого курса кафедры музыкального искусства эстрады. Thank you.
концерта прозвучит лирическая музыка жанров малой формы. Это и ночная песня, и элегантный нежный вальс, и проникновенная песня, и эмоционально открытая прелюдия. Шопен, ноктюрн до диез минор. Thank you.
Кланге. Песня цветов. Исполняет Макухина Анна. Thank you.
Музыка из кинофильмов занимает особое место среди жанра 20 века. Часто темы из кинофильмов становятся популярными, а в джазе – вечно зелеными стандартами. Артемьев. Фрагмент из музыки к кинофильму «Сибирский цирюльник». Песня из кинофильма «Серенада солнечной долины». Исполняет Максимова Мария. Thank you.
Артемьев. Фрагмент из музыки к кинофильму «Раба любви». Ключевым и в инструментальном джазе. Мордасов, старый мотив, исполняет Папировская Екатерина. Thank you.
На сцене Синдишова Диана. Фаер, Восточный базар. Thank you.
следующий этап развития блюза. Инструментально-танцевальный жанр, сохранивший форму и гармоническую сетку блюза. Жульев, Blue Boogie, исполняет Геродаева Оксана, студентка третьего курса.
Рок-музыка стала продолжением джаза. Для нее характерен особый ритм, электроинструментарий и другие признаки. Послушайте своеобразную интерпретацию рок-музыки на рояле. Встречайте! Шарлотт Эдуард, Парков, «Рок на клавесине». Thank you.
хотим от всей души, от лица всех студентов, всех учеников, дорогой нашей Ольги Сергеевны, поблагодарить ее за тот вклад, который она нам дали в наше творчество, за ее безграничное терпение, потому что терпение с нами ей нужно. Мы вас очень любим. Спасибо за то, что вы с нами. Прошу всех на сцену для совместной фотографии. Я от души благодарю всех участников сегодняшнего концерта, ведущую лауреата международных конкурсов академического джазового направления Ильяну Яшину. Благодарю наших замечательных Юрия Алексеевича, Маргариту Юрьевну, Сашу, Анечку Кузнецову, всех тех, кто сегодня нам помог этот концерт провести, запечатлеть. Спасибо вам громадное. До новых встреч. До новых встреч.